Жители Центрального и Хостинского районов пришли рассказать о своих проблемах и получить поддержку. Начальник сочинской полиции пообщался с каждым из пришедших на прием, детально рассмотрел обращение, оказал консультативную и практическую помощь. По окончании приема Василий Умнов провел рабочую встречу с руководителями отделов полиции. Была рассмотрена оперативно-служебная деятельность сотрудников. Ряд вопросов начальник УВД по городу Сочи взял под личный контроль.